сегодня вы увидите. Как он не злится, ты понимаешь, кем работает мой папа? Мой папа работает полицейским. Он сделает так, чтобы ты отсидел в тюрьме 10 лет. Пулемет? Что? Откуда? Всем приветик, Кента пока на проводе, и сегодня у меня будет очень крутой пранк, в котором я разыграю школьника и скажу ему то, что вышло обновление 0.11.0. Это, ребята, вышло просто сверхкруто, поэтому вы за это обязаны поставить лайк и подписаться на мой канал. Давайте реально пройдем такой челлендж. Все, кто ждут обновления, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, а мы идем дальше. Доели стандартные скины в Standoff 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Алло, малой, привет, ты тот? Да, это ты говорил, что у тебя новое обновление? Ну да, у меня обнова, а что? Скрины, тупо скрины, я тебе не верю. В смысле, обнова ты не веришь, что у меня обновление? Как это не вышло? Вышло обновление. Я просто понял, я закрытый тестер, и мне обновление скидывают раньше. У меня есть обновление, я на нем только что играл недавно. Что? Не верю, доказательства, доказательства. Окей, окей, ща тебе тогда в ВК, куда я писал, скину скриншот. Так. Так, значит, ты готов? Ты будешь просто в шоке. Только это большой секрет. Пообещай, что никому не скажешь, окей? Ладно, обещаю. Так, все. Смотри! Что? Это не обновление, это какая-то херня из Майнкрафта. Ладно, это я пошутил, ладно. Ладно, это я пошутил. Так, сейчас, короче, без рофлов реально скину. Ты готов? Ты точно готов? Смотри, ну, топ вообще никому. У просто пруфы то, что у меня есть обновление. Смотри, скрин номер один. Пулемет? Что? Откуда? Да, это только начало. Это только начало. Дальше обновленный интерфейс. Обновленный. У тебя что, реально обнова 0.11.0 есть? Ну да, да, есть. Я же тестер, ну ты понимаешь, у меня есть обнова. Могу тебе тоже скинуть. Ну, братанчик, ну... Скинь, пожалуйста. Ну, не скинь, знаю, пожалуйста. Не знаю. Ну, просто так я не скину точно. Мы сыграем на карте Sandstone до 5. Если ты мне победишь, то я тебе скину этот АПК-файл. Только ты его никому не скидывай, окей? Окей, ну, дуэль-то вообще сейчас будет. А что, ты хорошо если играешь, выиграю... да? Очень хорошо, я тебе так скажу. Так, Александр, ты готов? Конечно, готов разносить тебя. Блин, слушай, мне кажется, или у тебя имя с ошибкой написано? Кого? У меня не без ошибки, у меня по-русскому 5 вообще-то. Это у тебя по ошибке написано. А, я понял, я извиняюсь. Просто я думал, Александр пишется через А и через букву Е, но окей, окей, я извиняюсь. Поехали, давай. Так, Александр, Александр, слышишь? А ну покажи мне свой нож. Вот он. Ого, у тебя крутой. У меня похуже будет. Что? Откуда? Ну, от верблюда. Как тебе мой нож? Нормальный, да? Пойдет для новичка? Фига себе нормальный. Он самый дорогой в этой игре. Да? Ну, да, у меня таких 5 штук. Ты готов? Готов, конечно готов. Я тебя просто выиграю сейчас. Давай, играем только поедемка, играем до 5. Я тебе желаю удачи, желаю тебе победы. Возможно, ты получишь обновление? Кто его знает? Я его уже получил, считай. Уже, считай, получил? Ой, ой, я по тебе попал. Наверное, было больно, да? Какой там, не было больно. А, не бей, не бей. Подожди, я тебя выиграю все равно, это всё, ничего не решает. Все, 1-0, ты проигрываешь. Счет обновления с каждым раундом отдаляется на один шаг от тебя. Чё ты плохо играешь? По первому раунду не судят, я все равно тебя выиграю, вот чекай, вот 5-1 сейчас будет. Вот ты прям обещаешь, вот прям дай клятву на туалетной бумаге, что ты меня выиграешь. Вот она, туалетная бумага, вот клятва, вот, дают клятву тебе, что я тебя выиграю сейчас, просто 5-1 вынесу как раба.
Ну давай, давай, окей. Давай, я готов. Я готов уже к этому сливу. Ты поклялся на туалетной бумаге, что ты меня выиграешь. Давай, погнали. Чего не сделаешь ради обновления, да? Ой! Блин, ну что тут было легко? Как ты меня вообще выигрываешь, ты придурок, ты же вообще играть не умеешь. Ну блин, ну если я не умею играть, то тогда ты вообще полный нуб. Какой нуб, Давай, давай, 2-0. Че, тебе нравится проигрывать, как я понимаю, да? Да ты читер! Я получу это обновление. Ты, тебе просто везет, придурок, ты просто играть не умеешь, просто тебе везет. Да, ну окей. А че тебе не везет тогда? Вот почему мне везет, а тебе нет? Потому что у тебя обновы, и ты с щитами. Ну что, ты опять проиграл, 4-0, ну что-то вообще изи. Так, ну что же, я надеюсь, ты уже готов к последнему киллу, последней твоей смерти и к проигрышу обновления. Проигрышу? Какому проигрышу, дебил? Я тебе не проиграю. Ну давай, давай. Я даже, знаешь что, я тебе дам даже небольшую фору. Опа! Ого. Да, я тебя убил. Так, так, так. Ну чё, давай, ты где там? Малой, ты где? А, вижу, вижу, вижу. А, опа! Я увидел. А, фак, что? Как я умер? Я тебя ненавижу, я тебя должен был выиграть. Скидывай обновление. Какое обновление? Ты проиграл. Все, ты проиграл обновление. Понимаешь? Ты мог получить обнову, но ты ее проиграл. В общем, на самом деле это был пранк, никакого обновления нету, и скажи привет, Ютуб. Что? Какой Ютуб? Большой Ютуб пришел! Какой Ютуб? Короче, обновы нету. Ну вот как можно было повестись на то, что вышло обнова? Блин, тупо заходишь в Play Market, чекаешь, что нету кнопочки обновить, все, обновления нету, ну камон. Так, ну ты, пожалуйста, не злись, окей? Ну типа, это был просто пранк, я снял видосик на Ютуб, окей? Какой не злиться, ты понимаешь, кем работает мой папа? Мой папа работает полицейским. Он сделает так, чтобы ты отсидел в тюрьме 10 лет. Жди, лошара. Блин, ну давай, чтоб ты не жаловался своему папе, я тебе дам какой-то керамбитик, например. Что скажешь какой на это? Какой керамбит? Засунь себе керамбит в свою жопу, не нужен твой керамбит. Ладно, я понял. Все, короче, давай, тогда тебе удачи. Увидишь себя на канале YouTube Кента ПК. Все, давай. В общем, ребята, большое всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Сегодня попался просто нереально агрессивный школьник, поэтому поставьте за это огромный лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий. С вами был я, ваш Кент, всем удачи и всем пока. Пока-пока.